Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы смотрите Печорское телевидение. Информация для гостей и жителей нашего города. Только до 30 ноября по многочисленным просьбам жителей в торговом центре «Радуга» по улице Советская, 36, грандиозная ярмарка шуб от российских производителей. Огромный выбор, более 500 шуб. Норка, мутон, бобр, дубленки, шапки, пуховики. Кредит, рассрочка от 3 месяцев до 3 лет. Низкие цены. Акция «Принеси старую шубу или дубленку и получи скидку на новую». Это вам не шутки, это шубки. Вас ждут с 10 до 19 часов. Не переключайтесь, впереди вас ждет прогноз погоды. Партнер программы «Прогноз погоды» – магазин «Гермес». Только в ноябре в магазине «Гермес» скидки на верхнюю одежду и обувь до 20%. Большой выбор пуховиков, курток, пальто, дубленок 40 до 66 размера. Женские сапожки, мужские ботинки, а также праздничные платья, приталенные мужские рубашки. Магазин «Гермес» – стильный образ по доступной цене. И о погоде. Завтра, 27 ноября, в Печоре ожидается переменная облачность, временами небольшой снег. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха сегодня ночью и завтра днем будет минус 14-16 градусов. На дорогах снежный накат. Уважаемые телезрители, не забывайте, что объединение «Волна» – это еще и услуги по рекламе на радио, телевидении и газете. Реклама – это просто 3,56,90. Вы смотрели прогноз погоды. В студии была Марианна Левченко. Всего вам доброго. До свидания.